хорошая была игра. Спасибо нашему сопернику. Очень равная она получилась. К сожалению, только нам немножко не повезло. Как вы думаете, чего не хватило? Что? Чего не хватило вашей команде? Мы сами себе забили все голы. Все в защите привезли. Ребята молодцы, не растеряли свой момент и забили на все. Мы свое не реализовали. А как-то специально готовились к сегодняшнему сопернику? Нет, просто прорабатывали тактику на игру. Не сработало. А как вы думаете, на чем нужно работать, чтобы в дальнейшем... Над защитой и над своими ошибками. Все только из-за наших ошибок. Все сами. А как пока оцениваете выступление на турнире за 3 тура? Отлично, отлично. 2 выиграли. Сегодня немножко не повезло. Готовы в целом.